Так, ребят, вот находимся. Тысяча островов называется. Вот так счастье наше выглядит. Здесь какая-то плотина. Здесь тоже плотина, здесь тоже плотина. Покататься, посмотреть. Что у нас есть на базе в магазине? О, новая наживка. Мучные черви появились. Ё-моё, надо купить, слушайте. Почувствуй себя Колумбом. Открой Америку. Да-да. Главное, чтобы Боригель не съели. Смотрите, шайнер какой-то. Привет. Да, да, еще раз, Егор, здравствуй. Вот так, ну это у меня есть. Кто там у нас из еды? А, ясно. Так, это у меня есть. Крючки. Вот, какой-то крючок новый появился. Блин, а что это такое? Так, джиг головки для оснащения баз. Не жиговых приманок. Сможешь купить билетик один, пожалуйста? Не, Егор, нету. Сейчас сразу это все дело купим, пока я здесь. У меня самого один жетон, там жетоны заданий же даются. Ой, какие-то приманки новые, слушайте. Офигеть. Джиговая кисть для ловли басов. О, под баса специально. А, это нужная вещь. Зашел тратить деньги. Так. Тут что нового? О, вот это появилась новая серия блесен для ловли на лося. На лося блесенка. Смотрите, новые блесенки. Блин. Дорвался, называется. Так, и здесь что-то у нас новое. А, турнирные жетоны. Нифига. Жердонущий. Егор, сам заработай. Слушай, ну на 6 локациях 3 жетончика ты сделаешь. Жирковый тонущий вобры отлично подходит для ловли судна крупного хищника. Блин, а мне жетонов не хватает. Вот за жетоны. Почему нужны турнирные жетоны, видите? Ну ладно. Что у нас задание? Давайте смотрим. На Франции баса на кисточке ловить. Да, смотрите, рыба на водоеме. Что у нас? Шайнер золотой. Это что-то, я так понимаю, не так американский. Капи черный. Чукучан белый. Название я офигею. Сом канальный. Судак светлоперый. Судак канадский. В общем, новые виды рыбы. Это красота. Длинноносный гар какой-то. Смотрите, рыба в принципе небольшая по весу. Ну вот, вижу смотри тут. Смотри рекорды. А, ну тридцатник максимум. Ну вот, смотрите. Сейчас глянем рекорды. Горбуша, кинжут. Вот, это длинноносый. Удочки посмотри. Гар. Нет удочек. Капи черный. Кумжа озерная, кумжа проходная. Слушайте, вот эту фигню половить попробовать. Длинноносый гар. Интересно, что это такое, блин. Так, ну у меня такой... А, вот такая... Максинук. Блин, язык сломай. Осетр. Сема. Солнечный. Так, судак. Давайте этого попробуем. Сейчас на спиннинге потаскаем. Так, длинноносый гар. Баркас новый, смотрите, модный и красивый, блин. А что на нем можно делать? Егор, я заметил, ты ходишь от стримера к стримеру и все клянчишь и кляншишь, иди рыбач, работай. Ну, разное бывает, слышите. Давайте прокатимся быстро. Не, хочу половить. Вот такой у нас баркас скоростной, смотрите. Не забываем лосика поставить. Всегда на страже чата, Ксюха. Ну, если человек просит, всегда надо помочь, я так считаю. Ой, что там за домик у нас? Слушайте, может быть, здесь Настя есть? Какая скорость офигенная. Так, а здесь чего? А здесь нельзя высадиться, да? Ну, смотрите, получается, то здесь только можно с лодки ловить. Больше ничего, никаких креплений нету.
Так, блин, даже не вижу. О, и холодильник есть. Ну, на палубу можно встать, потому что лодки ловить, в общем. О, и парусник какой-то, смотрите. Обалдеть. А этот парусник на ходу, интересно, или нет? Ё-моё, пилились. Так, давайте сейчас быстро сплаваем, чтобы представление об локации иметь. Все равно, наверное, времени половить не хватит. Ну, вот такие симпатичные дома. О, маяк есть. Смотрите, какая интересная штука. Здесь даже переход, да? Какие у нас здесь глубины? 20 В метров. лодке нету слотов под удочку. Да, но она стоячая, она скоростная. Тебе нужно, если по-быстрому, с одной точки доплыть в другую, я так понял. Да, острова, кстати. Поехали сюда сплавом, но она скоростная, смотрите. Видишь, здесь выход на палубу есть. Сейчас попробуем. Во. Прям как этот. Птица! Я птиц. Так, как обратно? Здесь холодильник есть, смотрите. И можно ловить с одной удочки. Так, вставай и лови. И говорю, просто хочу локацию пропыть, посмотреть быстро. Давайте пока сюда. Слушайте, ну шикарная дилсишка. Большая, мне нравится. Стали молодец. Видите, своя атмосфера. Новый пароход у нас. Баркас. Как говорится, первая поклевка. Че нам там Бог послал? Заходи поиграть. Название сервера и пропуск в колхоз у председателя. Это какое-то время будет развлечение. О, блин. Стас, здравствуйте. Понял, Максю. Блин, язык сломаешь. В общем, что-то щука, хищник какой-то. Какую тащим? Левую, правую. Давайте посередине пока. У меня сегодня так пару стримов есть. Ну, посмотрим. Идет любимая женщина. Надо кому-нибудь сходить с ней. Тортик покушать. Все мои друзья, они не в Солигорске, недалеко. О, кумжу нашел. Ага. Кумжа проходная, видите? Прикольная рыбка. Так, а здесь еще? Ну, потихонечку ловлю. Слушай, мне нравятся эти блесенки. Единственное, вот на эти мочалки я не понял, как ловить. Она потом будет попробовать. Ребята, бас фигачит. Только треск стоит. Привет, Горбуша. Саня, и канал, сад, огород, пруд. Привет, С днем зачет. варенья тебя. Хочу пожелать тебе здоровья, благополучия, достижения всех поставленных целей, материальной независимости, любить и быть любимым. Спасибо, зачет.
Так, парни, вот здесь можно вылезти пока. Давайте пока вылезу. Плотку не угнала. Так, смотрим, что у нас здесь есть-то. А пока голый остров, ничего нету. Ну да. Понял. Значит, поплыли дальше. Седина в бороду без в ребро в 48 можно уже и исполнять. Нет уж, спасибо. Не надо нам бесов. Добрый человек. Блин, прохладно все-таки в комнате. А, налимчик, по-моему. О, сом канальный поймал, смотрите. Ну, интересно, наживки работают так-то. Хорошая тема. Кристо... Кристи, вам мер какой-то, 9 кикламше, если там... в комнате прохладно, срочно надо жену домой возвращать. Жена на занятиях. Так, щука северная. Что такое Кристо? Кристи Вомер какой-то. Ну-ка посмотрим. Что за Кристи Вомер? Да. Она у меня сама сибирячка, но мерзлячка. Так в жизни бывает. Слушайте, ну хорошо, на наживку идет, мне нравится. Не забываем лосика поставить. Всегда на страже чата, Ксюха. А, о, поймал, слушайте. Только про него вспоминал. Ну вот наживка хорошо заходит, вот это. Еще понять, что ее можно делать. Вот смотрите, набабахал садок. Вот основная рыба. По весу какая максимальная у меня тут была. 17 килограмм. Ну, до 25 килограмм она доходит. Поэтому для меня, в принципе, хорошая локация. Сейчас ее сдадим быстро. Ну, 952 монеты.